друзья, в эфире Вести Москва. Спонсор сегодняшнего выпуска и сегодняшнего прогноза погоды – современное средство «Резолют». «Резолют» помогает печени утром, днем и вечером, а еще проверено клинически. И сегодня в выпуске. Наконец-то вышла карта Airship в игре Among Us. Видимо, слухи не врут. И теперь каждый человек станет снова любить Among Us, ну хотя бы на недельку. А теперь о других новостях. Как вы думаете, пройдет ли 9 мая парад в честь 76-й годовщины Победы? Я не знаю, Бен, наверное, из-за коронавирусной инфекции нужно будет беречь ветеранов и других, конечно, граждан. Мы будем следить за новостями, а теперь прогноз погоды. Завтра 1 апреля, день розыгрыша, но солнышко с облаком будет. К сожалению, 2 и 3 апреля тоже будет дождь. Влажность будет уже поменьше. Но до тепла, как у Крыма, еще не дотянуть.